дамы, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам любви, счастья, удачи, чтобы все желания ваши исполнялись. В общем, все как в Новый год и в день рождения. Дорогие девушки и женщины города Воронежа, поздравляю вас с праздником 8 марта. Желаю вам всего самого хорошего и самое главное. Если хотите что-то сделать, делайте сейчас. Потом никогда не будет. И здесь, и сейчас. Милые дамы, желаю в этот праздничный день вам счастья, здоровья, любви. И чтобы ваши вторые половинки никогда не огорчали вас. Женщинам Воронежа, конечно, в первую очередь любви, счастья, в том числе семейного счастья, потому что детишки, наверное, для женщины это главное. Мирного неба в данной обстановке это неплохо. И чтобы были средства, чтобы жить и радоваться жизни. Счастье и агрессии поменьше. Терпение, в первую очередь. Здоровье, конечно. Ну и любви своих мужчин. В первую очередь дамам я хочу пожелать счастья. Если девушка счастлива, то счастлив ее мужчина. Одиноким женщинам я хочу пожелать найти свою любовь, может быть, даже в канун самого 8 марта. Поздравляю их с праздником 8 марта. Желаю здоровья, любви и весеннего настроения. Желаю вам любви побольше, денег, благополучия, чтобы дети не баловались, здоровья близких, родных. Оставаться такими же красивыми и чтобы всегда нас радовали. И вот каждый раз в преддверии 8 марта я слышу возгласы мужчин. Доколе это будет продолжаться? Знаю, хочу сказать, что это, конечно, говорят слабые духом люди, потому что надо собраться с силами, пойти вперед и поздравить свою женщину, сказать ей, что я тебя обожаю, а заодно и всех женщин, с которыми работаешь, учишься и так далее, и пожелать им, берегите мужчин.